Всем привет, с вами Мимико, и я продолжаю проходить второй Blasphemous, третий выпуск подряд я что-то записываю. Голос уже вообще совсем пропал, поэтому, ребят, если что, не судите строго, и комментарии я еще, конечно же, советами не видела. Вот, поэтому такие дела. Иду пока что дальше. Все-таки появился после смерти. Не, ну на нем фармить можно. Чё бы и нет. Сколько он мне даст? Плюс 210. Еще стигмата, наверное, да, может прокнуть. Тоже неплохо. Ну вот здесь лифт, наверное, опустится или наоборот поднимется. Как-нибудь потом там надо будет пройти. Так. Угу. Ну вот. Даже почти получилось. О, как голос уже просел. Но ничего. Я пока окей. Поиграть-то хочется тоже, знаете. Я как переехала, у меня вообще какая-то жопа настала. В плане с возможностями поиграть. Это прям... Я думала, наоборот, у меня будет больше возможностей. А оказалось, нет. Так, есть. Готово. А! Я сверху там не забрала. Штучку. Просто не заметила ее блеска даже. Давай. Что это? Жаркий поцелуй забрали. Окей, хорошо. Это меня радует. Это приятно. Можно даже, наверное... И похилиться, и все дела. Давайте сходим вниз, посмотрим, что там. Блин, он нас доконает. Надо его прибить. Ну, сори, как бы. Я не то чтобы хотела это делать. О, опять этот придурок. А этот попроще. У него и хпшек меньше. Блин. Я увидела. А там этот хрен летает, мешается. Ну ладно, успели. О, по макушке тебе прямо, придурок. Так он меня напряг просто. Вот эти... Чуть ли не самые мерзкие были в этом челлендже, который был в прошлом выпуске. Ух ты! Хорошо, что сходили вниз, потому что вердикта подняли на второй уровень. Круто! Отлично! Потому что, ну как бы, камон. Все, мы вроде все на второй уровень подняли. У нас, правда, есть еще третий, но... Это, наверное, чуть позже. Нам тоже дадут, по-любому. Так. Налево, значит. Давайте посмотрим, что снизу. Оценим обстановочку. Сверху сундучок. И как туда? Хм. Надо поставить, что здесь есть сундук. На всякий. Ну куда это? Не, ну совсем-то меня на выход тоже не ведите.
Интересно. Окей, ладно. Так, вниз, видимо, не тоже не очень. Вот сюда смогли. Окей, у меня здесь был вопросик. Сниму я метку. И башенка. Еще появится немножко. Так трясется. Кающиеся мои братья покажут тебе путь на вершину башни. Помоги нам освободить больше братьев, чтобы башня показала тебе самое свое сокровенное. Так, ну я заберу, если вы не против, ваших братьев этих штучек. Сюда. Получили стигмат. Могу что-нибудь прокачать? Так. 4 стигмата у меня как раз. Нанести быстрый удар в воздухе. А это? Вы можете держать его вердикта в воздухе заряженным. Блин, я фигово этим пользуюсь пока. Пока не хочу. Увеличивает прирост рвения, когда вы поражаете врагов вердикта. Угу. Снижает количество рвения, которое потребляет горящие вердикты и повышает его стихийный урон. Но надо, конечно, им пользоваться подобным, научиться. Так, окей, я другое. Открывает второе деление Вердадера де Стрессы. То есть он еще болючее будет бить, или это просто время? Так, лечит урон при контратаке любым оружием. Лечит базовый урон, который наносит Сармента Сентелла. Хотелось бы. Нажмите X несколько раз подряд, чтобы провести мощную стремительную атаку после четвертого удара. Тоже хорошая штука. Я бы даже взяла ее. И... То есть взяла бы базовый урон и взяла бы вот несколько раз подряд. Потому что порой я туда-сюда прыгаю. И как бы четвертый удар мне на самом деле бы не помешал бы очень сильно. Было бы прям очень мило. Так. Жреем, господа, жреем. Обрастаем разными плюшечками. Так. А еще я, наверное, там сундук могу забрать. В принципе, он рядышком, поэтому давайте сходим. Сходим. Так, отлично. А? Туда? Да. Налево. Не поняла. А, здесь эти желтенькие штучки. Да, да, зря я здесь сохранилась. Так, а я уйти-то отсюда могу? Стоп. Да, через верх. Все окей. Все хорошо. Ну, я просто пробегу. Снова до того места, где я остановилась. Ну, мы здесь открыли проход хотя бы. И все хорошо. Вот, и идем дальше. Идем вверх, где нам сейчас люлей выдали. Где мы немножко умерли в прошлый раз. Надеюсь, получится что-нибудь. Интересно, как туда добраться. Так, а я еще направо могу сходить, да? Ну-ка, что это? Обетованное подношение убогого. Прям звучит как для меня.
Слегка повышает сопротивление стихийному урону. Так, предание. Серебряная безделушка, отданная в обмен на исцеление глаз увидевших однажды нечто слишком древнее и великое. Слепец так и не обрел зрение, но обетованное подношение до сих пор хранит силу его молитв. Ну, хорошо. Что-нибудь новенькое получить бы, еще какое-нибудь крутое. Блин, я не буду рисковать туда цепляться. Прыгать, точнее. Интересно, там какая-то поступь, что ли, божественная будет. Я не знаю, может быть, какие-то платформы будут появляться, которые нас будут куда-то доставлять. Что-то должно быть интересное. Так, наверх. Наверх. Вроде ж направо сходили, все окей. Поэтому наверх. Наверх. Снова получать по щам от синенькой штучки. Но я на самом деле сама виновата. Я там просто лицом протанковала. Кстати, музыка опять пропала. Сколько времени прошло с выхода игры? Ну ничего, мы как бы особо не горды, и так. Как бы вполне себе. Пробегусь без нее. Так, еще сбоку. О, собрали. Я жива. Все, я ее прибила. Так, хорошо. Что-то я куда-то все выше и выше, хотя можно вправо пойти. Вниз и направо. Ну ладно. Давай. Отлично. И заодно лесенку себе здесь все опустили. Нет, что, мы его разрубить теперь можем? Зараза. Блин, да с тобой чья фигня? Прыгаешь так туда-сюда, как идиот. Так. А, или... Подожди. Или чего? Бим. И попробовать пойти направо. Вон она где. Фига себе. Еще одна свеча. Значит, еще один челлендж, скорее всего, будет нам доступен совсем скоро. Надо будет только до них дойти. Нить немножко подвигалась. Еще какие-то зрители тут смотрят. Ну, привет. Здрасте. Здрасте. Муа. Муа. Всех поцеловала. Да. Черное, знаете. Месиво такое. Такие силуэты. Так, ладно, пробуем. Получилось. Зачем это было сделано, непонятно, но тем не менее.
Теперь у нас это доступно. Так, ладно, идем вниз. Вниз же? Или там слева? Вот здесь. Что-то есть. Ниже? Ой, ело. А как оно скрывалось, я не помню, если честно. Или забить пока болт. Не, серьезно, подождите. Это какая-то цепь непонятная. Давайте вопросик сюда поставим. Я не знаю. Так, музыку дадите? Нет пока. Ладно, это не та местность. Мне нужно еще ниже и вправо. Хотя могу сходить сохраниться. Хотя зачем? У меня полное ХП. Мне не нужно было это делать. Так, куда? Вот сюда. И ниже. Все. Пришли на то место. Нет. Стоп, подождите. Да ё-моё. Еще ниже. Вот здесь меня убили в прошлый. Дай. Я опять перепутала все. Еще ниже. Еще ниже. Вот сюда. Вправо. Просто как лох туда-сюда пробежалась. Блин, даже дальняя атака, по-моему, более эффективная, чем то, что я пыталась сделать. Так что хорошо, что она есть. Блин, без музыки неуютненько. Тут красиво же должно быть. Да? Я вовремя чихнула. Какого черта? Я чуть не померла там на том месте. За это. Извините, если было громко. Так. А, все? Да ё-моё. Подождите, или меня сейчас будет какой-то проход туда? Я, может быть, смогу наверх попасть. Еще выше. Там, по-моему, я тогда то ли. Допрыгнуть тоже не могла, да? И чё? Подожди. Через часовню пройти направо? А здесь я просто не пошла дальше и пошла налево. Забила на эту локацию или что там было? Я просто не помню. Точно. Надо смотреть. Какая-то подстава.
Ладно, допустим. Допустим. Но это хотя бы недалеко. Хотя бы. Здесь, конечно, врагов, когда уже нет, немножко странно мощается игра. Чуть-чуть, знаете, так одиноко. Никто каждые пару минут люлей не выдает. Так. Еще ниже. Мы через этого парня сейчас пройдем. На этот раз уж точно сохранимся. Чтобы хпшку восстановить. Пойдем сюда. Ой. Ну, сейчас надо будет смотреть, что наверх там было. Если была возможность туда пройти. Ну, давай. Прям будто чуть-чуть, да? Давай. Все хорошо. Да, я, видимо, сюда просто не пошла дальше. А, все, я поняла. Извините, память у меня, как всегда, она огонь. Просто топ. Никому не рекомендую. Так, и все, да? И на этом мое путешествие, я так понимаю, закончено. Че, вообще никак? Хотя лучше, наверное, где-то вот здесь. Да. Ну и все, что. Телепортируемся домой, как говорится. Судя по всему, либо я очень тупая, что скорее всего. Либо просто пока что от нас закрыт туда проход. Ну и в будущем, может быть, его откроем. Так, собственно, я бы хотела сюда налево подняться в акведук. Давненько нас там не было. И посмотреть, что та локация нам даст. Хотя мы, конечно, можем сейчас что-нибудь купить. Да. Ну ладно, пока не буду. Я тогда здесь забрала. Угу. Так, ладно. Уже неплохо. Идея нам сейчас даже здесь чуть-чуть полегче будет.
Единственное, что вот эти будут ребята доставать иногда. Но это не страшно. А, вон куда. Здесь еще один, получается, сундук, да? А, ну я туда и поставила. Чтоб как раз на него. Давай. Так. Наверх, налево. И тоже здесь эти штучки, через которые мы хрен пройдем. Блин, обидно же. Че, совсем не смогу ничего забрать? Пробую вверх. Ну, я в любом случае за эти три выпуска более-менее научилась обратно драться. Поэтому там, на верхах, может быть, и, кстати, меньше проблем у меня будет. Может быть, что-то даже получится. Можно попробовать. А что, так не надо делать, да? Подождите. Ну, вот так-то можно. Все хорошо. Получили обетованное подношение обманувшей... Что? Обманувшейся матери. Повышает сопротивление стихийному урону. Так. Причем хорошо так повышает. Предание. Скромное золотое украшение, отданное ради возвращения отобранных чудом ног. Чтобы заполучить кусочек этого ценного металла, целая семья отдала все средства к существованию. Взамен же они не получили ничего, кроме пустого блеска. В принципе, как всегда, да? Надеюсь, мы за это хоть что-то получим полезное. Было бы мило. По-моему, меня уже ловили на этом. Не? Было? Так. Я так и хочу сюда попасть. А для чего он? Просто чтобы перебраться в следующий раз. Окей, там еще есть эти. Блин, сундук-то я не могу забрать. Извините, что я так рашу и получаю много лишнего урона. Но как бы, что есть, то есть. С этим придется просто смириться. Так. Куда же мне потом идти? Попробовать вот сюда вниз? А вдруг получится пройти? Да? Еще вот сюда направо. Вот тоже здесь эта цепь. Не помню, как она скрывается. Сейчас я попробую разное оружие. Да не.
Явно не так. Так. Пу-пу-пу-пу-пу. Причем помню, что вроде нас учили с этими цепями бороться. Но я что-то не понял. Давайте синенькое поставим сюда, чтобы хоть как-то ориентироваться. Синенькое, синенькое. Че, сюда? Спрыгнуть. Ну окей. Через справа пора идти или через лево? Наверное, через справа поближе будет. Если сохраниться можно. В конце-то концов. Так, сюда. Сейчас бы просто умерла на ровном месте. Так, а где сама штучка, которую достать надо? Тихо-тихо-тихо. А! Вон он где. Фига себе. Ну я бы не долетела. Тут что-то надо с этим сделать. Так, ну ладно, вниз. Что там вниз? Понял. А вниз открывает как раз это. Статуя. Проход. Не, мне кажется, она правильно стоит, нет? Да блин, не в ту сторону делаю. Что такое? Вот. Отлично. Ну вот опять же здесь эта фигня. Давайте пока поставим метку. Или может какая-то магия у меня есть, типа током долбануть. Я просто реально не помню. Если я так и не пойму, я, конечно, залезу, вспомню. Как мы это делали, и если делали, да? То что есть вариант, что и не делали. Ну, норм. Фига себе. Это чтобы здесь пробить. Прикиньте, куда дошли ради этого. Прикольно. Тут новые места. В старых локациях уже виденных. Я сюда сколько раз, во всяком случае, возвращалась. Если помните. Так. Гемино. Не туда нажала.
Да ё-моё. Так. Гемино. Предание. Боль. Невыносимая боль. Рвет меня на части. Старейшина в преддверии рождения бьется в конвульсиях, пытаясь вырваться из моей груди. Ой! О! Это тот с ртутью? Я чувствую, как его липкое тело извивается, страстно желая покинуть мое собственное, что становится все моложе и моложе. Скоро он будет свободен, а я умру. Он поднимет свое изможденное, хрупкое, дрожащее тело и увидит мой юный труп, лежащий у его ног. И ему будет известно, как известно мне, что он наследник моего проклятия и навсегда останется в неведении о его истоках. Блин. Мне так нравятся эти отсылки на первую часть. Это так мило. Не смотрю, что конкретно дает, просто потому что я забуду к моменту, когда мы будем что-нибудь новенькое ставить. Так. Приветики. Давай иди сюда. Блин. Ну такая себе сестенка, если честно. Иди на. Все. А еще? Ладно. Лаки, честно. Просто рядышком было. Так. Рашпиль. Серебряный. Господи, что я не успеваю прочитать? Серебряные раковины. Длинный и плоский железный инструмент с крупными зубцами. Такие инструменты используются резчиками по дереву для быстрой обработки материалов. Круто. Его последний шедевр, часть четвертая. Женщина беспомощно упала на брусчатку. Мужчины запаниковали, но все уже случилось. Она умирала. Лежа на коленях одного из них, она одарила обоих доброй улыбкой и погладила их лица, прощаясь и прощая, а затем вздохнула в последний раз. Они давились рыданиями, и тело, принесшее в себя в жертву женщины, бездвижно лежало в их окровавленных руках. О, она что, живет в итоге в конце? Не хочу. Пускай живет лучше. Как статуя, как фигура. Нафиг ей оживать, чтобы умереть. Не, мне не хотелось бы такого развития, если честно. Так, ну прикольно. Вот то, что было в этой местности, ребят. Больше мы ради этой точки возвращаться и не будем, получается. Так, а я даже не знаю, на самом деле, куда пойти. Потому что... Я не хочу, чтобы кто-то сейчас вылез, блин, из статуи. Ну ладно, ладно, сходим. Надо, надо, надо. Передать инструмент. Отдали. После обработки этим надфилем дерево получается гладким, как лепестки засохшего цветка. Я благодарю тебя, кающийся. Так что направить тебе руки чудо, кающийся. Сейчас что-нибудь произойдет? Или нет? О, ладно, окей, окей. Еще есть что делать. Мои руки достигают добродетели благодаря покорности и постоянству. Я чувствую, как они начинают неметь, как будто я погружаю их в холодное море. А может, и мы сможем плавать там по морям? Они двигаются сами. Теперь они скорее принадлежат чуду, чем мне. Ты хочешь улучшить артарь? Блин, здесь сюда же тоже стигматы нужны. Ладно.
Пока оставим все как есть. Ну-ка, я сюда хочу зайти, посмотреть, что тут происходит. Ты вернул, чтобы насытить меня своей виной, кающийся. Vuestra voluntad. Нет. Я не уверена, что если я даже ему сейчас бы заплатила бабки, то это на что-то повлияло бы. Скорее всего, тоже нет. Так. А, это не тебе получается. Я что-то подумала на секунду, что это ей эту штучку надо отдать. Но, видимо, нет. Так. Давайте наверх туда сходим. Сюда, что ли? Нет. Ну вот сюда. Что-нибудь сделаешь? Дань чести. Чести. Да, 6000. Ладно, еще фонарик. Что это дало? Теперь вы можете телепортироваться между святилищами. Оу, это круто. Найди сестер. Вот это круто. Вот это я давно хотела. Прям очень нам нужно было. Так, а еще этот с платочком со своим поцелуйным. Тоже бы к нему зайти. Еще у нас есть испытание. Так, сохранимся здесь. Ой, я рада. Я рада, что сможем телепортироваться наконец-то. Ты же так привыкаешь к этому в первой части, когда там вкладываешься слезами искупления в свой храм. Да, хочу отдать жаркий поцелуй. Объем рвения увеличен. Ощути, как рвение сочится через каждую трещину твоего доспеха и возликуй. Мой личный кающийся, я буду и дальше помогать тебе, если одаришь меня своими поцелуями. Песос. Да. Обязательно. Так и сделаем. Сейчас на всякий случай еще пройду. Интересно, только грибочки эти откуда там появляются, ангелочные. Над святилищем. Вот эти вот. Ну ладно, я еще узнаю. Ну что, посмотрим, что там у нее. Каких люлей нам опять дадут? Если дадут. Второй стул висит. Да прозвонят колокола дважды, ибо начинается бдение. Жесть. Страшно. И погрузимся мы в море скорби. Бей! Ой, они, кстати, могут реально больно сейчас надавать мне. Ладно. Ай, нос чешется. Так, ладно, ребят. Сори. Мне пора бежать от вас подальше.
Блин, они из-за этого запустили еще одну фазу. Так, ладно. Ой. Что-то 100 лет, вот за столько времени и впервые используешь эту фигню. До этого все крутился и крутился. Наверное, с того, что я отошла на расстояние приличное, да? Ой. Ладно, это не тот жуткий. Так, извините, я немножечко пытаюсь сосредоточиться. Так, еще кто-то? А, ну этот парень нормальный. А что ты такой большой стал? По-моему, ты мельче был. Еще кто-то? Окей, жажда. Еще ударили. Фух. Я уже думала, меня прибьют. Так. А, ну это тоже у нас шедевр. Так. Жажда. Увеличит наносимый урон, когда в склянках кончается желчь. Ну, как всегда. Эту жажду не утолить. Мой язык иссох, в горле пожар, словно когти рвут у меня изнутри. Я пью чистейшую воду, столько, что в ней можно утонуть, но жажда не покидает меня. Вода на вкус, как выжженная земля, и чем больше я пью, тем яснее ощущаю, что участвую в собственных похоронах. За что, о чудо мое? За что такая жестокость? За что такое презрение? Как заслужить мне твое прощение? И зайдем к ней еще, посмотрим, что там поменялось. Наверное, вторую посадили на стул. Не, ну это, конечно, визуально потрясно просто. Это круто выглядит. Видение пока не подготовлено, да. Погаси их свечи. А она сама потом станет центром этой картины. Да? Наверное. Ух. Ух. Ну ладно, что-то даже сделать смогли. Ладненько, ребят, давайте, наверное, пока что на этом остановимся. У нас есть телепортация, наконец-то, между святилищами. Это вообще прекрасно. Это очень сильно нам сейчас ускорит прохождение и перемещение в целом. Надеюсь, оно не очень дорого стоит, правда? Так что увидим, что будет дальше. Может быть, даже еще что-нибудь купим, сейчас пройдемся. Так что подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте ваши комментарии. До встречи в следующем видео.